Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Вы на канале Таро Angel Planet. И у нас сегодня такой глубинный эзотерический расклад. Что хочет сказать умерший, ушедший человек? Может быть, родственник, может быть, нет. Какие послания идут с того света, с того астрала? Давайте посмотрим. От предков ушедших, от людей ушедших. Возможно, вы сейчас задумаете этого человека, или вы сами поймете, от кого эти послания. Тут говорят послания от мужчины. О глубоких размышлениях послания. Послание о том, что надо задуматься о жизни, о правильности этой жизни. А правильно ли мы живем вообще? А нужно ли нам это все? О том, что семья должна быть как командная работа, о том, что везде все можно сделать, если вместе делать. Не отказываться от помощи, от поддержки, не отказываться от этой жизни. Тут какая-то взаимовыгодная поддержка должна быть. Вместе в одной лодке гребем, плывем. Предупреждения какие смотрим. Ну, нельзя богохульничать. Бога нельзя прицать, его нельзя отрицать. За это вот предупреждения такие, за богохульство, грех. Вот такие пока предупреждения идут. О чем еще скажут? Что делать? Давайте посмотрим. О чем говорят? О молитве говорят. Говорят, молитесь. Ну, тут, может быть, и грехи, конечно, замаливать, особенно если по богохульству идет состояние. Какие запреты, что нельзя, давайте посмотрим. О чем предупреждают, что еще нельзя делать. Что чревато последствиями и опасно отработку кармы. Распитие спиртных напитков. Давайте еще посмотрим, что нам скажут. Курение нельзя. Что надо делать, что можно делать, что необходимо будет в этой жизни, как и в следующей. Изучение вед, писаний, изучение чего? Изучение абхичары, древних ведических текстов. О чем еще скажут? Управлять своей жизнью, говорят. Любыми магическими или мистическими способами. И такие тоже послания есть. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши «принимаю» с благодарностью. А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в описании канала есть. И не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.